Всем привет, дорогие друзья, и хорошо вам настроение. С вами Рэй, мы продолжаем играть в игру Evil Defender. Так, куда бы нам сегодня ломануть с тобой, а? Ну, чтобы здесь пройти, ты понимаешь, да? Что нам нужно будет усраться, чтобы пробить этих людишек. Так же, как, в принципе, и здесь. Поэтому я предлагаю тебе сходить вот сюда, на режим ад. Ё-моё, куда я рванул? Какой ад? Я еще тот режим не смог пройти. Хотя бы на две звезды, там одна звезда. Ладно, ребят, была не была. Будем как-то выживать. Я не знаю, что сейчас будет тут происходить. Ну, попытаемся хоть как-нибудь. Так, 180, да, нужно? Сюда вот я, наверное, поставлю рыцарей. Да, а сюда... А сюда мы вызовем... копейщиков. Предположим, это будет вот так вот выглядеть у нас. Ну что, друзья мои, я готов вызывать первых вояк и смотреть, как у нас здесь с тобой будут проходить дела. Слушай, ну, возможно, есть шанс некий у нас. Да, неплохо она бомбит. Мы, не забывай, еще прокачались с тобой немножко, да? Капельку, конечно, но все-таки. Давай вызывать следующую волну. С деньгами, как всегда, вечная проблема. Это во всех играх такого жанра. У меня есть молния. Пока я тратить ее не хочу на всякую ерунду. Давай. Лучнички, сколько там нужно? 90, да, для прокачки. Ну, я не знаю, мне, наверное, лучше копейщиков прокачать. Они, по крайней мере... Ой, копейщиков, мечников. Ну, скелетов, короче, своих. Они, видишь, они будут сдерживать врага. Тем самым давая шанс моим башням больше наносить урона. Логично, верно? Сколько? 25 волн? Вы серьезно? Да ну, 25 волн, да я не выживу здесь. Столько. Не-не-не-не-не. Да какие 25 волн? Вы что, издеваетесь, что ли, надо мной? Нет, это уму непостижимо. Меня не хватит. Если, может быть, волн 10 я еще здесь выстою, но на остальных волнах меня, скорее всего, здесь положат. Слушай, ну, в принципе, если мы даже сколько-то с тобой здесь продержимся, да? Нам же потом можно будет за накопленные очки прокачаться. Понимаешь? За души. Ну и за остальное все. У нас с тобой еще две ячейки есть, куда мы можем поставить вояк. Точнее, не вояк, а башни. Так, скелетики, готовимся. Так, я могу прокачать. Давай, гном. Стреляй. Как никогда, демона я придержу, на всякий случай, ребят. Сколько нужно нам? 180. Конечно, если вот эту вот баллисту мы с тобой прокачаем, еще хотя бы левел ей поднимем, согласись, это будет классно, это будет круто. Она будет наносить офигенный урон. Кстати, у нас еще вот тут башенку можно поставить. Я что-то... Ой-ой-ой-ой-ой, серьезные рыцари уже пошли. Серьезные. Медленные, но... Что? Вы серьезно? Вы сейчас вот это вот серьезно говорите, что вот так они получают урон? Упс. А кто же их тогда будет бомбить, извини меня? Нет, я в принципе знаю, кто может их ушатать. Но... Так, тихо. Давай, демон. Да. Следующую волну вызываем сразу же. Ну опять эти же рыцари. Чё-то как-то не нравится мне это все, ребят. Это только шестая волна. Я просто боюсь представить, что будет дальше. Вода их немножечко совсем замедляет. Не так, как я хотел, чтобы это было замедление. Абсолютно не так. Если мы с тобой хотя бы, ну, парочку убьем, да, я смогу пробафать свою баллисту. Но что-то мне подсказывает, мне этого не видать. Серьезно? Ай-яй-яй-яй. Да нет, лучник здесь вряд ли что-то сможет сделать. Хотя он старается. Он старается, друзья мои. Видишь, насколько здесь мощны вот эти вот рыцари. Так. Улучшаем. Давай посмотрим. Пропустили, конечно, противников некоторых.
Посмотрим, насколько сейчас будет достаточно урона наносить. Недостаточно, я сразу это вижу. Против этих нормально работает. А вот против вот этих рыцарей, я так понимаю, что полная ерунда. Угу. Но если мы с тобой чуть-чуть их подзадержим, плюс мы еще можем, как видишь, их оглушать. Скелетов этих мы с тобой тоже можем немножечко прапать. Так, секунду. Вот так вот я еще сделаю. Может быть, мы и завалим. Шанс такой, кстати, есть. Так, лучник, ты сколько требуешь? 130. Есть контакт. Ну что, вызываем следующих вражин. Улучшили. Конечно, лучше... Что это, я не понял, что с ними там становится. Лучше, конечно, прокачивать вот, ребята, до склепа ордена. Я думаю, это вообще будет топчик для нас. Слушай, это... здесь мы можем с тобой демона призвать, если что, на помощь, да? Да, я, наверное, сделаю. Через демона мы здесь сыграем с тобой. Рвем, рвем, рвем этих охламонов. Так, ну что, отлично, да? 182 требует следующего улучшения. Без демона-то будет нам сложновато здесь. Девятая всего лишь волна. Девятая, ребята. Что-то как-то шансов мало. А ты сколько требуешь? 260. Блин, вот сюда вот хочется вот просто взять и поставить мага. Не знаю зачем, но вот хочется. Просто хочется, ребят. Телепорт этот, конечно. Ну, они очень быстро разбирают моих мечников. Ты это прекрасно сам видишь. Да. Да убей ты, господи, хоть кого-нибудь там. Вот этого-то убей, дальнего-то. Что ты... Ты не хочешь или ты не можешь? Вот. Хотя бы так, ребят. Надо было изначально мага сюда ставить. Вот тогда бы у нас был бы здесь с тобой толк. Он как раз вот против этих, да? Очень эффективен, ребята. Против рыцарей. Ну давай вот этого-то хотя бы завали. Чуть слабо тебе, что ли? Понятно, фуфлыжник. Так, ладно, вызываем следующую волну. Ага, мушкетеры идут. Мушкетеры, они у нас имеют дальнюю атаку. Соответственно, быстренько моих скелетов здесь сейчас уничтожат. 155 требуется, да? 155, здесь 130. Не понял. С какого перепуга там еще эти бомжары бегут, а? Давай, 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 вот сюда вот бомбить. 260. Как посмотрю просто на эту сумму. Меня же в дрожь бросает, ребята. 260. Голды, конечно же. Так, слушай, а вот здесь вот довольно неплохо получается. Да, я тебе скажу, даже великолепно получается. Если... Если мы еще вот так сделаем. Сможешь завалить маг? Вот этого, да. Красавчик. Что это у нас такое тут? Кто там появился, я не могу понять. А, мечники. Очередные мечники. У нас с тобой 8 здоровья. Всего лишь. Подожди, я накоплю себе на этих. А что вот эти у нас делают? Останавливает и пугает врагов. Нет, я все-таки думаю, что лучше брать мне именно, которые наносят живой дамаг. Они пугают там или останавливают, это как-то не то. Это не для нас. Эти скелеты, потому что, ну, сам видишь, они вареные. Ох, как классненько. Так, слушай, есть шанс. Вот этого я, наверное, уберу. Так, будем вызывать с тобой демона? В принципе, можно. Можно вызвать его. Так, отлично. И призываем. Да, ребята. Вот такие у нас с тобой становятся демоны. Рыцари склепа. 287. Призывать темных рыцарей. Защита высокая будет, кстати.
на следующей прокачке. Но я думаю, что все-таки если мы здесь прокачаем, ту, 266 мало не покажется. Вот люблю, когда идут стрелки. Они ватные, быстро падают. Ну, правда, моих рыцарей они издалека, конечно, тоже кромсают. Будь здоров, поэтому и уберем-ка их оттуда. Сейчас чисто идет фарм. Чистой воды фарм, ребята. Так, а сколько ты нужен? Угу. Давай-ка вот так, наверное, сделаем. Слушай-ка. Гоблин-подрывник. Урон по площади не такой летающих. А нам нужно... Атакуют со скоростью света. Но очень маленький урон. Дальний бой. Гоблин-снайпер. Наверное, вот гоблина-снайпера было бы неплохо, да? Заполучить. Пока я не вижу здесь никаких летающих юнитов. Они наверняка пойдут где-нибудь на волне 17-й. Они должны быть. Так, постой. Что я делаю? Я их должен сюда переставить. Ну-ка. Окей. Мага, конечно, хотелось бы еще прокачать. 155 монет нужно. Слушай, а почему я так медленно играю? Нет, ускоряться нету смысла пока, да? Это чревато. Давай. Куда же ты все время отходишь-то? 287 для прокачки. Так, смотри-ка какой. Да неужели пройдет? Нет, ребята, мы его перехватили. Мы его перехватили. И, соответственно, влупляем ему по полной программе. Умеренно, да? 318 здесь. Здесь 200. Слушай, так нам выгоднее снайпера ставить. Действительно выгоднее снайпера ставить. Так, 260. Не атакуют летающих. Все-таки я, наверное, друзья, прокачаю. 260 монет, он мне нужен. Сам понимаешь, урон колоссальный наносит. Так, и что он может сделать? Так, пушка с напалмом. Урон по площади, поджигает землю и такой летающий. А, не атакует летающих. Цепная молния, бьет по трем целям. А это прицельная атака. Не атакует летающих врагов. 505, большая Берта. 505. Ты можете представить урон какой будет? 505. Да, летающий, конечно, не может атаковать. Но вот эти вот рыцари просто будут тут падать и плакать, и умолять, чтобы их пожалели. Ну, ценник 375. Большая Берта. Мортирочка, да? Поставим мы, наверное, скорее всего, ее именно. А сейчас пока... Давай-ка ускорим чуть-чуть. Подожди, что я делаю? Нет, это отмена, я хотел ускорить. Вот так вот. Меня, наверное, неправильно немножко там поняли. Так, тихо. Ускорять больше не надо. Призову демона на помощь. Давай, рвем. Смотри, что происходит. Мне хочется тот уровень пройти, где у нас будут джинны. Блин, вот так хочу им, ребят, показать люлей. Прям вот руки чешутся. В тот раз они меня там еще обманули. Ты помнишь, да, как это все там было? Как это все выглядело. Опачки, армии-то уже, смотри, какие идут. Плотные, очень плотные армии врагов. Мне нужно еще, блин, буквально чуть-чуть, ребята. Буквально чуть-чуть, и мы с вами поставим большую Берту. Ну, баллисту, Берту. Вот, кстати, уже. Уже на подходе, ребята, уже на подходе. Ну, есть контакт. Ох, красота-то какая, ты посмотри. Ё-моё, что она вытворяет? Что она вытворяет? Трындец. Давай следующего врага. Так, а здесь нужно 155. Да, обязательно прокачаем с тобой мага. А сколько у него радиус-то? Она что, она везде, что ли, может бить? Или как? Что вот это такое? Что такое 480, ребята? Я не могу понять, а куда она стреляет? А, вот сюда, что ли? Блин, почему только сюда? Почему не по всей карте? Мне немножко это кажется странным. Так, маг, адепт умеренный, давай, родной. Апайся, ты будешь превосходен.
Ну что, вызываем следующих. Ребята, 18-я волна из 25 доступных. Ха-ха, сейчас вот здесь-то их. Подожди-ка. Ребята, отойдите, потому что тут сейчас... Ой, жарко. Снайпера надо прокачать. 245. Монет нужно. Смотри, сейчас как бомбанет пушка. Смотри. Бу-бух. Просто, да? Шикарно. Давай еще. Прямо тут. На тебе. Классно. 245. Не хватает совсем чуть-чуть. Ну, да ничего страшного. Бу-бух. Так. Рыцари, по крайней мере, здесь у нас стоят. Так что я даже не волнуюсь, ребят, по этому поводу. Потому что вдвоем они тут заколбасят любого, так скажем. Ну, рыцарь, ты что спишь-то? Твой, значит, друган бомбит, а ты там стоишь, супли жуешь. 245. Все, ребята, я выучил снайпера. Ох, 466. Это меткий срок, нифига у него, ребят, прокачка будет. А здесь 505, а станет 671. Очень, очень медленно. Написали прям очень медленно. Ну тогда мы тут будем с тобой делать, да? 155 энергии. Скорость будет умеренная. Скорость будет умеренная. Снайпер. А снайпер хоть наносит урон хоть какой-нибудь там? Что-то я как бы не вижу. Что-то он вроде как наносит, но не настолько хороший, да? Бамс. Вот против лучников, конечно, вообще идеально все идет. Так, ты присоединишься? Присоединился. Я уже думал, так и будет там спать до последнего. Нет, все-таки подключился, ребята, к битве. Вау-вау-вау-вау, со спины. Как подло. Одного сейчас ушатают мне, да, рыцарь? Нет, мы все-таки здесь порвали их. Хе-хе. Ну что, давай вот так вот сделаем. Ого, что там, три выстрела делать сразу же или мне показалось? Показалось. Чуть был не обрадовался, думал, нифига, он там вшпаривает. Видишь, вот единственное, что пушка бьет только вот в этой точке. Вот это вот. Вот именно только здесь. Не там, где вот, например, враги идут, а она... А вот только вот в этой точечке, ребята. И это нужно, чтобы все вот так вот совпало. Так, слушай, у нас тут чародей наклевывается. Давай-ка я вызову демона. Порвем их тут всех. И следующую волну я вызову. Так, чародей. Это замораживает врага на 3 секунды. И урон по площади не атакует летающих. Вот это, наверное, мы с тобой и будем прокачивать. Огненные подмастерья. Или же... Так, подумать надо. Надо, ребята, подумать. Думать-то некогда. Понимаешь? Снайпер умеренного. Почему-то он, ребята, вот наносит как бы урон, а в то же время очень какой-то жиденький урончик-то. 365. Лучше вот здесь, конечно, надо было. Да, я только сейчас, ребят, созрел, понял, как надо было сделать для лучшего эффекта. Ну, давай вот так вот прокачаем. Ой, красиво. Ой, красиво, друзья мои. Короче, вот этих вот ребят мы с тобой ставить должны вот здесь. Чтобы мы сдерживали врага вот в этой... Да что ж ты... Что они не хотят такие? Вот в этой... Я не понял, ребят, вы что? Вы перемещаться собираетесь или нет? Вот сюда. Трындец какой-то, а. Вот здесь, чтобы мы дрались и Берта бомбила по ним. Вот, только ради этого, ребят. Потому что, ну, снайпер, на самом деле, ну, может быть, против летающих он хорош. Против этих как-то не особо. Он тут хорошо заходит. Поближе встаньте, пожалуйста, вот здесь вот. Вот. Именно вот этот эффект я и хотел. Чтобы Берта бомбила их здесь. А кто успевает выжить, того, ребят, будем добивать. Так, здесь, наверное, нам надо с тобой что-то еще поставить. Пускай будет Василиск у нас здесь стоять. Ай, красота. Ну, просто красота, друзья. Так, ну что у нас с тобой? Остается совсем немножко, две волны. Не знаю, сколько мы с тобой тут чего заработаем. Надеюсь, все будет в шоколаде. Так, 215, да, нужно для улучшения.
Так, рыцари, вы... А, тут гоблин неплохо бомбит. Тыч. One-shot. Давай, гоблин. Ну. Блин. Ну, что прикажешь делать? Давай так сделаем. Будем бомбить их здесь, короче. Так, 215. Нужно для прокачки 215. Тыдыч. Не кисло. И кого нам... Тут у нас урон по площади вот этот, да, выучили. А здесь можно, например, темный друид. Но почему бы и нет? Будет у нас темный друид наносить постепенный урон. Слушай, мушкетер, смотри-ка, здесь довольно сильный. Хм. Так, ребятушки, вам надо... Опа. Фига вшпаривает. Посмотрим, как Берта сейчас вжарит. На 5 секунд, давай. Замедляй на 5 секунд. Вот они стоят. Тыдыч, и уже лежат. Давай, 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 давай. Еще выстрел. Ну. Бух. Ха-ха. Ё-моё, а тут что у нас такое? Понижает защиту врага на 40% на 3 секунды. Превращает в любую башню своей категории. Превращается. Замедляет врагов на 30%, но не атакует летающих. Враг воюет за вас 8 секунд. Серьезно, что ли? Хм-хм. Есть смысл вот это вот прокачать, ребята. 220, да? Окей. Вау. Нифига тут такая дамочка, демоница. Ты-ты-ты-ты-ты-ты. Я думаю, что это такое? Это девчуля стоит, видишь, танцует. Красотуля наша. Ладно. Ну, как ты понимаешь, тут мы с тобой всех пробьем. 408 нужно для следующего улучшения. Я, наверное, вот... Что я, наверное? Что мог я прокачал? Мне остается вот здесь, да? Наверное, все-таки сделать отравление. Пускай они будут идти отравленными, получать урон. И это будет для нас самый топчик. А здесь демоница будет... Околдовывать врагов, да, которые будут за нас драться 5 секунд. Хотя, в принципе, ребят, мы с вами прошли. Пускай не на 3 звезды, как это хотелось бы. Ну что за зависоны такие, ё-моё. Последний выстрел, такая пуля еще в лоб чувак улетит. Слушай, ну, неплохо, да, по-моему? Наверное. Я надеюсь, что неплохо, и нам хватит с тобой хоть сколько-то душ. Естественно, прокачать наши там, не знаю, башни или что. Опа. Так, 8 звездочек из 15. Так, 8 звездочек из 15. Улучшение. Давай заглянем. Так, это у нас лучники. Это наш демон. 503 всего лишь души. Угу. Вот, значит, здесь, да, как получается. Увеличивает на 7 урон. Подожди, 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 подожди. Вот, вот здесь вот что у нас. 280 надо. Увеличивает скорость на 5. А что для этого нужно? А для этого нужно очень много душ. А, радиус даже можем увеличивать. Ничего себе. Слушай, подожди меня. Подожди-ка секунду. А вот это что означает? Значит, тут 0 звезд, тут 10, тут 18. Тут вообще 18. Это что такое? Это куда вот эти звезды? Я не понял. Демон. Маг Хелмана в бою 10 плюс 5%. Продлевает это его жизнь, да? Так, ладно. Предположим, друзья мои, предположим. Если я на секундочку зайду вот сюда на бонусе кошмар. И заработаю немножко себе опыта, опять же. После этого я смогу пойти навалять джинам? Как ты думаешь? Так, не забывайте, что этот у нас лопает пузырь и делает отравление. Здесь будет две волны. Твою же налево. Если бы я помнил, кто тут и что тут. Ну, я, наверное, сюда мы поставим бомбарду. А здесь, как обычно, будут у нас скелеты. Не помню, кто откуда пойдет, если честно. Хоть ты вот убей меня. Крестьяне, да? Тут, значит, пойдут крестьяне. Что мы можем против них сделать? Да много чего можем против них сделать. Магов поставить. Маги очень хорошо бомбят, мы увидели, да? Рыцарей. Тут не подкопаешься. Рыцари, они
ушатывать, будь здоров. Поэтому есть смысл их, конечно же, тут выставлять. Но не забывай, что есть и летающие демоны. Против них, конечно же, нужны лучники. И мы это будем с тобой делать. Так, ну что, вызываем следующую волну. Тут 15 волн, друзья мои. Давай-ка сделаем 2х ускорение. Потому что я думаю, здесь мы с тобой пока справимся. Давай следующих вызывать. Маги, склепы, так, это уже рыцари идут. Это уже идут рыцари. Так, маг отлично себя здесь проявляет. Вот здесь я, наверное, тоже... Воу, воу. Нормуль, вот здесь я и хотел поставить, ребята. Как раз скелетов. А вот здесь я поставлю бомбарду еще одну. Угу, я думаю, что это будет оптимально. Давай, пускай выходит. Опа. Вот это будет похуже, конечно. Да, это будет похуже, потому что этот будет их лечить постоянно. Так, подожди, дай-ка скорость я сделаю пониже. Вызовем с тобой, наверное, сюда демона. Пускай он разберется с этим хилом. Здесь завалили. 180 надо, да? 180. Не туда ты, конечно, бомбишь. Немножечко не туда. Надо мага прокачивать. Мы знаем прекрасно, что маг вот против рыцаря вообще самый топчик, самый сок. Поэтому вот на него надо вкладывать деньги. Хотя бомбарда вот эта тоже очень хороша. Да, очень хороша. Чтобы... Нет, я думаю, справимся здесь пока. Давай так немножко переделаем. Они, надеюсь, сдержат. Да, должны сдержать, да? Плюс бомбарда здесь стоит. Помогает, отлично. Вызываем следующих противников. Ну, крестьяне это лопушки для нас. Так, мешок денег, 10 душ я получил. Это, видимо, достижение у нас было какое-то. Так, молния накопилась. Демон накопился. Идет пройдоха. Посмотри, как идет, а? Настырно. Все-таки надо мага прокачивать. Вот в таких вот ситуациях рыцари, боюсь, мои не смогут справиться. Так, давайте-ка мы, наверное, вас чуть-чуть вот подальше передвинем, чтобы бомбарда доставала. Ага, ага. Отлично, вызываем следующую волну. Справимся, короче, мы здесь с тобой. 155. 155, а здесь тоже 155 нужно. Вот тут вот делать приоритет нужно. Я не знаю, что лучше, бомбарда все-таки или маг. Маг, он хорош против вот тяжей. Бомбарда хороша против массовых скоплений вот этих лучников, всякой прочей шелухи. Понимаешь, да? К чему я клоню? Гоблин, я не знаю, ребята, я его ставлю только лишь, чтобы он был. Потому что, ну, летающие юниты никто не отменял у нас. Понимаешь, да, о чем я? Они должны быть. Так. А вот это что за фокусы такие, я не понял. Скелет-то будет там выходить-то мой второй или что? Прокачиваем. Пускай выходит. И такими темпами я, пожалуй, накоплю себе. Ага, на супер-пупер мага. Оу, я совсем забыл, что здесь и маги же еще есть. Ну-ка, как они там получают урон? Слушай, от бомбарда они получают неплохой урон. Тыдыч. Вот против магов они, конечно, очень хорошо стоят. То есть он как бы магии не особо сильно их бомбит, дамажит, как ты видишь, да? Упс. Вот и все, и нету их. Следующая волна. 180, 180. Так, с флагом чудик. Чудик бежит с флагом, ребята. Блин, ты еще со своим ускорением плешивым, а? А что если вот так сделаем? Отравление же будет работать? Должно, по идее. Да, отравление работает, ребята. Причем очень неплохо. Куда-то там разогнался он. Все, лежи, как говорится, и не дергайся. 182. Хм. Наверное, мы все-таки сделаем в первую очередь крипт воинов. Хуй. Это я сейчас что сделал? Это я сейчас призвал всех подряд? Ё-моё. Это что я натворил?
Так, давай, ребята, идите сюда. Давай, демоны, 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 отбиваемся. То есть отбиваемся, убиваем их. Так, этого с флагом тоже вали, пожалуйста. Это же надо было, я нажал просто два раза, ребята. Основная волна пошла, я еще призвал. Вот так вот. Вот. С этими демонами попробуйте-ка сравниться теперь. Да-да, это воины склепа. Самые что ни на есть хорошие вояки. Я могу еще и травануть здесь. Оп, вот так вот. И все. Слушай, последняя 15-я волна. И я тебе скажу, мы неплохо идем. Очень неплохо. 180 здесь накопим. Можем так неплохо вжарить здесь. Хотя можно и вот так вот вжарить. Да не пройдете вы. Вы не имеете права пройти здесь. Он там что-то прыгает, дергается. Да, друзья мои, как видите, на 3 звезды. Ни одного промаха у нас с тобой не было. Хм. Прикольно. Так, и что? Давай посмотрим, что у нас там по прокачке получается. Это плюс еще 3 звезды, верно, я так понимаю? Подожди-ка, было 5. А, 3. А почему 3 звезды только получил? Не забывайте про улучшения. Да кто ж про них забудет-то? Я про них нисколечко не забываю, поэтому всегда их делаю. Бомбарду или же все-таки... О, увеличивает скорость воскрешения воинов. Ага, вот так вот. Здесь уже 3-го уровня. Это у нас, я увеличиваю только лишь радиус. Только лишь радиус увеличиваю. Вопрос. Надо ли вообще это делать? Увеличивать радиус надо, но потом. Потом как-нибудь. Так, секундочку. Что если мы с тобой попробуем теперь вот здесь отстоять? Блин, кошмар. Бонус 100 душ. Поехали. Поехали, будем здесь пытаться отбиться. Такие мушкетеры, да. Губошлёбы. Значит так, они пойдут у нас отсюда, да? Отсюда вот идут. А дорожка у нас с тобой только лишь одна. Вот эта вот. Угу. Они пойдут, они пойдут, они пойдут вот так вот, да, в окружную. Значит, здесь мы с тобой поставим бомбардочку. Угу. Чтобы бомбардочка наша с тобой просто так не простаивала, поставим с тобой мечников сюда. Только передвинем их вот в этом направлении. Здесь я поставлю. Ага, на мага мне не хватает. Я хотел магов, так что давай выпускать первую волну. Здесь будет маг стоять у меня. Так, мы с этим справимся. Поджигать мне, надеюсь, не придется здесь земельку. Да нет, думаю, что не придется. Сейчас мы их здесь подкупим еще, да? Тыдыч. Ха-ха-ха. Так, а вот сюда я хочу мага влепить. Вот тут ему будет самое дело. Давай следующую волну вызывать. Давай ускоримся, наверное, чуть-чуть, потому что ну, тут пока будет все легко и просто. Угу. Так, замечательно. Молнию пока тратить не хочу и не буду, и незачем. Прокачивать нужно нам скелетов с тобой. Разящий, 20 душ я получил. Это хорошо. Так, это уже усиленные крестьяне. 155 нам нужно, да? 155 монет, чтобы улучшить мага. Так, секунду. А вот теперь я немножко сомневаюсь. Давай подожгем землю. Да-да-да-да-да, вот-вот-вот, хорошо-хорошо пошло. Следующую вызываем волну. Так, я ведь могу? Блин, откат. Хотя бы так пока сделаем. Или бомбарду, ребята, прокачиваем. Как думаешь, давай бомбарду, наверное, прокачаем. Твою ж налево, блин, вот так вот. Начинаешь сомневаться, блин, что лучше, бомбарду или это. И потом все идет наперекосяк. Бомбарду все-таки, ребят. Я решил, будем ее прокачивать. Нам нужен дамаг здесь. Да, дамаг нужен. Ну и, конечно же, нужно этих прокачивать. Тоже не забываем. Скелет это как марафон. 20 душ. Потому что мы
сдерживаем врагов. Так, кто там лечит их? Я не понял. Что там за кусок? Ушлепка. Давай, 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 демон. Отбиваемся. Как никогда. Красавелла справился со своей поставленной задачей. Так, а тут еще и хиллер. Плюс ко всему. О-о-о-о, есть контакт. Так, этот, надеюсь, не пробежит. Сыруль Соломонович решил пробежать здесь. Ну, как-то не так. Ничего у него не выгорело. А у нас горит дорожка, все четенько. Мы здесь бомбим. Своего заклинателя улучшаем. Следующее все-таки сделаю улучшение на наших воинов крипты. На воинов крипты. Так, слушай, сейчас моего... Ать! Все, да выпендривался. А тут 260, блин. А может быть все-таки баллисту прокачать? 260 для массовых атак. Я, наверное, ее прокачаю. Ребята, да, будем прокачивать баллисту. Потом еще спасибо мне скажете. Рэй, спасибо, что прокачал баллисту, а не мага. Ну, я не спорю, маг тоже неплох. Но нам не хватает денег с тобой. А вот, 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 теперь хватает. А дальше вот кого ставить? Берту что-то вот мне не хочется ставить, если честно. Может быть, цепную молнию все-таки влепить. Давай, наверное, мы с тобой поставим... Ой. Что это? Как это так я проворонил? Это... Ё-моё. Эй-э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 й. Да ну. Оу, маг. Плиз, плиз, плиз. Есть. Ху, и этого он завалит. Твою же налево. На волоске ребята были. Так, а чё же я... Правильно, я этих-то не прокачал. Вот так вот, ребята. Можно и профукаться. Вот, теперь пошло дело. Так. 365. Цепная молния, да? Умеренно бьет по трем врагам. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Куда это вы? На это вы разогнались, я не могу понять. Что это за выкрутасы такие? На! Вкурил, да? Вот кто-то будет знать, как на моих ребятулек нападать. А, была не была, ребята. Надо просто прокачать как можно быстрее мага, потому что они тут на самом начале выходят. Начинает выеживаться, меня это раздражает. Тем более тут, видишь, уже рыцари идут. Вот если мы здесь с тобой такого же мага поставим, будет вообще круто. Но все-таки надо баллисту. Потрем. А здесь у нас поджигает землю. Мне такую... Слушай, а может быть нам поджигает землю поставить, а? Ну ведь это будет прикольно. Согласись, поджигает землю. О-о-о, все успели, да, вальнуть? Поджигает землю. Да, наверное, это будет круче. Или вот это все-таки. Слушай, давай поставим вначале молнию. Все-таки в конце концов, блин. А потом уже посмотрим, ребят. Воу. Так, как это выглядит-то хоть? Так, копит заряд очень долго. Хотя было написано умеренно. Долговато, долговато, ребята. Я что-то не вижу, чтобы она по трем бомбила сразу же. Это что, обман? Ты видишь, чтобы... Нет, что-то там отражает, но как-то хиленько. Как-то хиленько. Хотелось бы, ну, эффекта побольше, получше. Так, тут у нас что? Отравление земли сделаем. Вот против лучников очень классно, против вот этих вот мушкетеров работает молния. Тихо. Стоп. Нате вам всем, гаденыши. Так, неужели пройдет? Эй. Навскидку, ребята, делаю. Просто навскидку. Сломя голову, как говорится, уже. А этого убираем. Раз. Два. Е-е-е. Так, а это что, босс, что ли, там? Там был значок короны. Босс. Тихо, тихо, тихо. Скорость уменьшаем. А у меня еще демон так долго... Что это... А что это за шарики такие летят? Давай землю поджигать, господи. А, шарики, это же противники. Так, 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 подожди. Что-то, блин.
Неужели пройдут? Если я замедляху сюда поставлю, предположим. Уже от безысходности, ребята, просто делаю. Ага, ага. Предположим. Так, здесь справляемся. Этого убрали мы с тобой назад. Тут-то что, блин. Мак, будь добр. А он не справляется, да? Давай, скелеты, помогайте. В плане. Успел я, интересно, или нет? Не успел, по-моему, да, ребята? Или успел? Черт его знает. Успел я там, не успел. Это летающие, блин. То есть, как бы, блин, пролетел там один, ребята. Ай-яй-яй-яй-яй, не на три звезды. Вот этот гад плешивый, который вызывает. А эти стоят и пофиг им на все, ты понимаешь? Пофиг им на все, потому что, ребят, тут должен быть... Я не знал, что это летающие. Я думал, что, ну как, по земле летят, просто на воздухе. Их могут забомбить скелеты. Конечно, я тогда лучника бы сюда поставил. Конечно же. Ну, 5 звездочек я получаю здесь, да? Из 15 доступных. Просто я что-то, честно говоря, не был готов к боссу. Я забыл даже, что здесь вот такой вот фиговин вылазит. Ну, ладно, улучшение. Там что-нибудь у нас есть? 643 души. Это же... Даже маг-маг. Радиус 290, так, а это что у нас? Снижает стоимость на 5%. Ну, это хорошо. Это хорошо, ребята. Ну что, рискнем с вами пойти вот на этот пляж? Или все-таки вот здесь вот пройти? На три звезды. Или все-таки здесь? Блин, жестко. Нет, ребята, я не потяну вот этот уровень пока. Давай здесь попробуем пройти обычный, но ну не на одну звезду, хотя бы на две или желательно на три, конечно. Но я почему-то сомневаюсь. Не забывай, что здесь еще вот эти вот врата, которые почему-то я могу закрыть, а они почему-то не срабатывают в тот момент. Значит, одна дорожка. Одна дорожка. Здесь будет бомбарда у меня стоять. Сюда призову скелетов. Так вот, да? Здесь поставим мага. И вот сюда поставлю лучников. Все, ребята, вызываем волну. Отсюда, да, пойдут? Так, ускоримся. Подожди, не то. Не то я делаю. Ускоримся, наверное, с тобой. До двоечки, пока. Ага, тут, значит, никаких крестьян не будет. То сразу вот с лютости начинаем, да? Сразу же с жесткости. Ладно, хорошо, гаденыши. Будет вам жесткость, если вы так хотите. Тут, по-моему, будут летающие юниты. Что-то мне подсказывает. Так, мы с этим разбираемся, вызываем следующую волну. Маги. Нам нужна с тобой магия. Подожди, закрыть надо. Собирается уже открываться и валить оттуда демоны. Вот, ребята, летающие эти. Что делаем? А что тут сделаешь, блин? Но... Так, подожди. Я не хочу так. Я лучше здесь поставлю тогда лучников. Раз тут будут летающие, пускай будут у нас здесь лучники стоять, да? Ну ведь маг, смотри, маг же ведь стреляет все-таки. Стреляет? А чё же он тогда раньше не мог стрелять? Давай. Перекрестный огонь, отлично, порвали. Следующих. Следующих. Так, вам сколько нужно? 82, да? Для хорошей прокачки. Сейчас сделаем. Нормуль. Так, я не помню, это... Опс. Блин, мне не хватает чуть-чуть. Это что еще за эльфы, голодранцы тут летят? Блин, я теперь их вспомнил. Теперь я вспомнил эльфов вдруг. Слушай, как думаешь, они тут не пролетят?
не пролетели. Отлично. А это еще что, супостаты там ползут? Да я этих рыцарей накажу. Блин, наказал тоже мне называется. Да закрой ты свою фигню эту. Да ёпарсоте. Давай вот так вот сделаем. Что мне? Блин, а у меня не хватает, ребята. Да еще скорость это, блин, здоровая. Чего они так стреляют-то? Паршиво-то, я не пойму. Должны бомбить, как я не знаю кто. Лучники. Но ничего подобного. Вот этот вот еще стреляет, но он улучшенный уже, да? Улучшенный. А здесь лучше вот так вот сделать, мне кажется. Пускай демон тут разбирается. Эй-эй-эй-эй-эй-эй, да ладно, ты еще хочешь сказать, что ты... Так, тут-то завалили? Не завалили еще никого. Так, что это вообще за... Ханорики такие, а? Вот это кто такие, я не могу понять. На чем они там ползают? На каких-то животных маленьких. Едут. Что, ты хочешь сказать, что босс уже? Ну да, 10-я волна, ребята. Босс, и босс, ой, ё-моё, это же этот гигантский рыцарь. Это же тот самый гигантский рыцарь. И как мне его, мне нужно ждать демона. Так демон, по-моему, и то не поможет нам здесь. Не поможет, скорее всего. Так, давай-ка я его откину назад чуть-чуть. Скелетов он сейчас порвет моих. Даже глазом не моргнет. Просто их в труху. С удара одного, с удара второго. Как-то немножко грустно. Нет. Вот эти вот орлы, идите-ка вы лесом. Так, постой, дай-ка я тут вот сюда. А здесь попробую вот так вот. Молния, молния на него вообще, ребят, не, ну никак. Просто никак. А вы идите сюда. Куда вы пошли в обход-то? Зачем вам этот обход, блин? Ну, откину я его сейчас назад. Мне нужно до демона прожить. До демона прожить, ага. Ну, он все равно, он в любом случае пройдет. Мы просто оттягиваем этот момент. Мне кажется, ребята, да? Ну, вызову я демона, так оглушили его немножко. Нет, если он где-нибудь вот здесь бы стоял, да бы, да, чтобы мой демон бомбил и все по нему стреляли, может быть. Слушай, подожди, а если мы вот так вот с тобой будем, ну, специально. Тут вот осталось-то совсем чуть-чуть, и мой демон выйдет. Блин, ну надо, чтобы он был в куче. Вот, в куче вот этих всех событий. А не где-то здесь сбоку. А ну-ка, давай посмотрим, насколько силен мой демон. Так, если я его вот туда назад немножко. Да, он разбирается совсем без проблем. Не, ребята, это бесполезно. Это бесполезно. Ускоряемся, короче, пускай он проходит. Это я не знаю. Каким здесь нужно быть мощным, блин. Чтобы его просто здесь как-то сдержать, я не знаю. Нет, проходит. В легкую причем. Да идите вы там, закройтесь. Ну хоть одну звезду-то я получу за это. Две звезды, да? А, нет, раз, два. Получается, я прошел тогда на одну звезду. Сейчас две. Хотелось бы, конечно, на три. То есть одну звезду, да, всего лишь получаю. Одна душа это вообще ни о чем. Точнее, одна звезда это 195. Ну, я могу, конечно. Это лучники, да? Где мои скелеты? Могу. Вот. Защиту на 4%. Окей. Ну что, дорогие друзья, давайте-ка, наверное, на этой ноточке мы с вами закончим. Обязательно будем дальше прокачиваться. Будем становиться сильнее. И рано или поздно мы все-таки достанем это королевство, да, и накажем их. А на этом все. Всем пока, всем удачи и до новых скорых видосиков.